Всем привет, дорогие друзья! Продолжаем проходить дальше уличный гонщик, или она же Downtown Run. Это у нас чемпионат MG. И следующие 4 заезда у нас будут по Великобритании, Италии, США, Португалии и трасса у нас лондонская Пари. Автомобиль у нас MG, я забыл, как он там называется. 3, 2, 1. Короче, вот он. Поехали. Так, кому бросить? Тебе? Держи. Эх, никто не подобрал. Сам себе, получается, положил. Так, догоняем. Ух ты, нормально там тебя расколбасило. Вдобавку, тебе все равно уже нечего терять. Ах ты, черт. Давай, разгоняйся. На, еще. Да прям там полный комплект получил. Бля, попался. Едет там ворон, считает. Ах ты, черт. Попробуй умереть.
достал его. Потрясающе, но неправильно. Ну, не сильно я оторвался. Где он потерялся-то? А, едет. Ну, тут уже все. А вот и победитель. Ну, вот и победитель. Новая пари доступна. Хер знает, что там доступно постоянно. Что за пари? Так, дальше у нас римское безумие. Идем мы ровно в два раза впереди наших соперников. Точнее, второго. Держите там, ребят. Чё, никто не нарвался? Жаль. Да ща выкинет как... О! Шипы выкинул. Уродец. Блин, да как так-то? Должен же был попасть. Работа. На ускорении. Свин. Лучи. Теперь я поезжу. Кто-то так поставил хорошо. Ну, по-любому попадет. Нашел, за кем сзади ехать.
Ну, этот Маслов печатался, который за мной шел. Удачный, да. На горизонте никого, поэтому бомбу выкидываю. И погнали. Топим. Последний круг. Как тебе вот это? Сюда еще поставим. Фу ты, ёпты. Как так-то нах? О, кто-то, кстати, забрал, по-моему, эту. Кубик этот, красный, который я ставил. А вот и победитель. Так, вторая трасса есть. Еще пари какое-то доступно. 15 тысяч рейтинга. Ну, не так много, бывало и больше. Бывало прям прет хорошо. Так, ночь в Нью-Йорке. Поехали. 3, 2, 1, go! Эх, как вы... Как-то я так промахнулся-то. Ну, попался кто-то. Вот это я понимаю. Так, бомбу не будем держать. Ускорение лучше. Здесь лучше взять что-то полезное, вместо того, чтобы просто будет кататься. Да. Со мной. Потрясающе, но не готово. Правда. Съел. Это как я так? Как тебе вот это? Мне кто-то все-таки поднял. Как тебе вот это? Ну-ка, тоже погнали. Ты маслица захавал, да? Молодец. Оба.
А у меня неуязвимость. Наслаждайся. Тух. Хорошо. Ну, это сюда выкинем. Попробуй увернись. Может, кто? А, ну, кто-то да и поднял. Он, видать, летел на этом, на ускорении. Я ему и подкинул. На, держи. Повезло, что не взяли. Не могу на это поверить. Только посмотрите на это. Эх, чуть-чуть там не хватило. Да, как-то я поздно кинул все это. Ай, что это было? А, ладно. Сука. Что ты будешь делать-то? Вот это класс. Я тут еще херню не взял. Что за... Так, а как это нахуй? Вот сука. У меня там постоянно эти ускорения. Удачный удар. Тоже ремонт. И все, пошел последний круг. Абсолютно неправильно. Попробуй меня остановить. Да, у него опять эти ускорения. Задолбал уже. Ну ладно, хоть нет, попалось. Ты плачешь? Как тебе вот это? Да, надо брать, надо было. Ладно, здесь возьму. Ой, еще. Погнали. Thank you.
еще ускорение. Ничего себе, фортуна мне улыбнулась. А вот и победитель. Ну это чисто за счет бонусов, это прям повезло. Так, и Португалия у нас, берега Лиссабона. Больше чем в два раза по очкам мы опережаем наших соперников. Попался кто-то. Держи. Ты плачешь? Ай, объехали, суки. А, не, попался кто-то. Да, ну это ускорение, кстати, со сцеплением. Ему прям повезло. Ну а это ему ничего не даст. Погнали. С горки. Попадется? Не попался. Удачи. Еще попался. Он прям все собрал там. И это еще давай собираем. Попробуй увернись. Ты уж собрал, молодец. Ох, как второй раз мне уже фартит здесь. Масло, оно лишнее. Вот сюда еще положим шипы. Я думаю, бомбочка нам не нужна будет. Ее смело скидываем. А вот эту третий раз подряд. Не взяли все-таки шипы эти. Может, кто возьмет? Попробуй увернись. Ну, это по-любому схавают. Хотя, я не знаю, может, не успеют уже. Я, может, уже приеду к финишу. А вот и победитель. Новая пари доступна.
У нас уже миллионы рейтинга. Прошли мы уже 12 заездов. Впереди у нас будет Франция, я не знаю, это Румыния или что такое, Великобритания и Италия. Но это уже будет в следующем видео. А пока, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте оставить комментарии и увидимся в новых видосах и стримах. Всем пока. We'll be right back.